кафедры ядерно-физического материаловедения – это пока рабочее название новой кафедры. Она будет создана в Казанском федеральном с Объединенным институтом ядерных исследований. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники лаборатории нейтронной физики имени Франка. Речь идет о крупнейшем в мире международной научной организации. Особенность кафедры заключается в следующем, что это базовая кафедра. То есть это означает, что на этой кафедре, вообще говоря, готовятся студенты, но которые могут быть в будущем ориентированы на работу в Объединенном институте ядерных исследований, это первое. И второе, с использованием оборудования, то есть они будут обучаться и выполнять свои квалификационные работы на оборудовании этого института. Уже со следующего учебного года кафедра начнет свою работу. А это значит, что магистры второго года обучения совсем скоро смогут пройти специальные курсы в Наукограде Дубна и проводить там свои экспериментальные работы. В перспективе работать в Объединенном институте ядерных исследований. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.